Ребят, сейчас я вкратце все расскажу. Мы, короче, искали, где бы поснимать нам видео. И здесь заброшена больница, причем она картонная, тут все из картона. Вот. Давай. Так, бросаем. 5, 4, 3, 2, 1. Что это? Ребят, мы перешли в другую комнату, какое-то расписание, все такое. Тут же у вас появляется вопрос, где и куда делся Арсений? Мне кажется, он обратно пошел. Нет, он мне сказал, что он типа боится и все такое. Он не хочет дальше с нами в это ввязываться, потому что мы, как всегда, куда-нибудь зайдем, где нас куда-нибудь поймают, опять какая-нибудь фигня начнется. Он не хочет этих сложностей, он пошел домой. Ну, не домой, он выйдет, я так понял, возьмет наши вещи по пути, и потом будет нас ждать там же. При выходе из заброшки. Так, ребят, здесь какой-то шкаф. Что это? Щиток какой-то, наверное, или что? Время работы и Соник. Что тут может быть? Маска. Мы хотели от нее избавиться, надо... Ну, тут, если тут написано, что это лаборатория, значит, в лаборатории должны быть какие-то химические элементы, которым можно испортить, ну, как бы, сломать эту маску. Сжечь, например, или, как она называется, растворить. Вот. Кислотик какой-нибудь. Да. Давайте попробуем шкаф открыть. По идее, это просто пластик, его просто можно поджечь. Шкаф завязан, не открыть. Да, открыть. Даже есть ножик. Ножик. Давай. Попробуй раз... Надо. Там что-то страшное, вы думаешь? Мне кажется, ничего нет. Спорим? Да. Ну что? Не знаю. Кто пойдет первый в следующую комнату? Давай. Давай, если там ничего нету, то ты первый идешь. Я уверена, что там что-то есть. Не, ну как ничего нету, ты не два скотча. Ну это же как бы, ну ничего нету, неинтересно. Ну смотри, ты сказала, если там ничего нету, а тут как бы что-то есть. А ты что сказал? Я вообще ничего не говорил. Ладно, я первый пойду. Тут скотч, может какой-то специальный химический скотч, новая разработка. Мне кажется, это просто какой-то... Блин, я шкаф сломал. Загляни. А, видно? Так, давай пытаться пройти. Так, дверь открыта. Я думала на время работы, что, может быть, здесь Блин. Кто-то до сих пор существует. Нет, ну смотри, тут все довольно новое. Как будто тут сейчас кто-то был. Смотри, нет, свежий. Сейчас у них обед. Получается, действующая лаборатория сейчас. Понял. Это была лаборатория под прикрытием заброшки. Ну, типа там все испугаются и все идут домой. Не обязательно. Вот, время работы. Так. Сейчас у них обед. Поэтому их нету. У нас еще час. Сейчас ровно 12. Мы прям вовремя зашли. Нам надо за час успеть отсюда выбраться и растворить эту маску. Да и не обязательно ее растворять. Можно куда-нибудь ее выкинуть, разрезать. Выкинуть ее, кто-то может найти. Откуда можно? Может, она умеет. Нам надо уничтожить эту лабораторию, чтобы больше она не существовала, мне кажется. Можно попробовать, конечно. Давайте все как-нибудь сломаем, не знаю. Здесь не надо, мы потом... Мы там шкаф уже сломали. Ну, что это такое? Какой-то щиток вроде. Закрыт. Ключи для ключа. Здесь ключ нужен. Давайте еще посмотрим. Обед работает. Тихо, смотри. Ребята, я думаю, почему оно так приклеено везде, а не вот... Тут ключ, тут ключ. Как его достать? Подожди, давай ножик. Режь. Давай. Что, не режется? О, давай, давай. Доставай его. Опа, на. Обычный ты. Ключ. Давай попробуем, подойдет? О, что-то зашло. Мяу. Так. Так. Мне кажется, он не будет. О! Попробую открыть теперь. Вот кнопочка. Она красная, да? Да, не нажимаем. Да, красная кнопка. Ребят, а вы также делаете под этим роликом.
красную кнопку надо делать серой. Правда, она тут серая не станет, это очень жалко. Но тут может что-то произойти. Главное, чтобы не была кнопка самоуничтожения. Подожди, нужно как? Ну, это лаборатория, по идее. Или что-то появится, или это какой-то это может... сигнал, кто-то придет сюда, возможно? Нет, это может быть... Знаешь, лаборатория, если она секретная, чтобы никто ничего не узнал, чтобы была кнопка самоуничтожения. Не, мне кажется, может быть, это электрощиток. Комната. Ой. Зачем там кнопка красная? Может, это пожарная сигнализация? Не знаю, пожарная сигнализация обычно на потолок клеит. Ну, это типа открываешь и нажимаешь, и срабатывает. Ну, ключ надо достать. Когда пожарная сигнализация, ключ должен в сетку тогда. Значит, это что-то важное. Значит, что-то... Кто вообще догадался сюда засунуть ключ? Ну, если самоуничтожение, тогда это тоже должно быть быстро происходить. Ну да, потому что нет времени лазить за этим ключом. Что это может? Ну, может, дай, может, уже... Может, это проход в следующую комнату? Кстати, ну, дверь-то ну, есть. Ну, типа, запасной ключ, если кто-то ключ потерял. Из работников сюда так, пошел. Так, надо быстрее соображать, потому что сейчас обед. По идее, трогать дверь, если она закрыта, то нужно... Я уже пытался, вон, закрыта. Значит, нажимаем. Открылась. Ребята, так, давай, давай сделаем, как все как было, иначе вдруг они придут. Да, все вот уж как бы закрыться. Так. Пошли дальше. Так, ну здесь... Плов готов. Так, о, смотри, какой бобер картонный клевый. О, прикольно. Так, я надеюсь, если до нее прикоснусь, не сработает ничего? Нет. Он немного испачканный. Что-то... Видимо, над ним опыты проводили. Над картонным бобром? Ну, откуда ты знаешь, какая здесь лаборатория? Так, лучше не буду трогать. Смотри. Я, кажется, уже что-то нашел. Опять это время работы. Давай посмотрим, что мы хотим. Тихо, нам же надо потом будет все на место вернуть, на всякий случай. Чтобы никто не понимал. Блокнот какой-то с ручкой. С ручкой? Так, давай посмотрим, что здесь есть. О, здесь много всего. Закладка. Закладка, значит, надо что-то важное. Эксперимент с бобром. Ну, там, может, обычно эти по дням пишут, типа, день один, там что-то произошло. День 40. Смешал какую-то фигню, какие-то химические элементы. Эксперимент прошел успешно, бобер превратился в картонного. Это что, настоящий бобер? Бобер Валера! А я думаю, почему? Почему он такой запачканный? Нам надо его спасти, надо его спасти. Как? Подожди, в дальнейшем можно будет попробовать на людях. Это дикая лаборатория. Так, смотри. Давай. У него есть эти элементы. Какие там элементы? Прочитай. H2O, ну это вода, по-моему. SO4. Я не знаю, что это такое. Какая-то фигня еще дальше. Я не понимаю, что это такое. Какие-то секретные элементы. Можно загуглить. Я же телефон в куртке оставила. Молодец. Давай шкаф откроем или что? Давай. Он закрыт? Да. Давай развяжем, может опять развязать надо. Блин. Не открывается. Не входите, ведутся. Вода. Смотри, что это. Не входите, ведутся работы. Ну вот, H2O. Ну я не уверена, что это вода. Вдруг это какая-то кислота? Нет, не смотри, похоже на H2O. Может это опять надо все это смешать и дать бобру, тогда он станет живым? Я не знаю. Может быть, попробовать. Ну, давай пока не будем ничего делать. Не входить, ведутся работы. По. И дальше отрезано. Ну, видимо, чтобы никто не знал, почему работы ведутся. Ладно. Скотчи опять. Может, это что-то, если срочно отредактировать? Это называется «Сотри скотч». Там ключ, да? Как? Почему у них так все легко? Ну, это типа, чтобы им тоже было легко запомнить все. Не, ну просто это секретная лаборатория, а ты должен прям все ту-ту-ту-ту-ту-ту. По отпечаткам пальца, по про глазам яблоку, все такое. Надо сохранить кусочек, потому что обратно все должно быть. Так, здесь есть дырочка. О! Шампунь. О май гад! Шампуни и зубная паста?
Может, это элементы просто скрытые. Может, может в них что-то... Я шкаф сломал. Может, почему у них везде одинаковые? Может, в них что-то присутствует, эти вещи, а? Давай еще какие-нибудь посмотрим. Так, вот это. Вот. Может быть, секретно где-то здесь? Срок годности? Просто какой-то шампунь обычный. Тихо, смотри. SO4. Вот, мы нашли эту штучку. Какой-то карамельный шампунь. Давай сюда. Что это? Может, внутрь просто залито. Это специально, конечно. Так, давай дальше, смотри. Нам еще нужно 2О4О. Так, все осматривай. Тоже осматривай какие-нибудь. 3. Здесь вроде ничего нет. H. Какой-то... Короче, вот такое, что должно быть. 2О4, что-то там. Какая-то еще О или 5 вообще, или что-то такое, 6. Короче, здесь тоже ничего нету, нету здесь больше ничего. Потому что зубная паста какая-то была. Вообще ничего, обычная паста. Может, ее открыть? Блин, странно. Обычная паста зубная. Видимо, нам придется дальше, вот где ведутся работы, идти искать. Так, мне кажется, скоро обед закончится просто. Давай все место уберем. Опять. Чтобы было нормально. Может, понадобится. Все, давай. Погнали. Ой, оно как-то застряло. Так, ребят, вот тут вот у нас какие-то шампухи. Давайте их прочек. О, скотч. Скотч. Давай, какой-то 2О4О. Какой-то есть такой? 2О4О, да, какой-то такой. Вот этот следующий. Потом какой-то 3-1. Вот этот. Так, здесь какая-то зачеркнутая двойка. Рядом да. Двойка. Вот она. Здесь? Здесь пусто? Да, здесь пусто. Раз, два, три, четыре, пять. Фокус, фокус. С исчезновением. Тихо, там уже кто-то ходил. Слышь, что-то по телефону разговаривал. Так, давай быстрее. Надо быстрее. Что? Что? Подожди. Давай, может, тут какие-то провода? Я хочу сигнализацию вручить. Это гениально. Мы включим сигнализацию. Нет, мне сначала вот это сделать. Соня, смотри, мы включаем сигнализацию, они все отсюда уходят. Так может через эту комнату дверь? Так там же никого не было. Еда, наверное, там, потому что мы тут уже все прошли. Столовка, наверное, да, там. Да, а выход там тоже, потому что через все это идти, это очень долго для выхода. Давай попробуем. Давай, что-то, вы хотите тут работать что-то опять? А почему они такие тупые? Может, он какой-то дистанционный, я не знаю. Не знаю, но здесь просто ничего нету, какой-то скотч. Может, он какой-то дистанционный особый. Так, здесь ключ, я так понимаю, это щитка. Только зачем щитку ключ? Ну, типа, безопасность. Ну, открой. Опа, провода какие-то, картон. Ой, скотч. А что, они дистанционные, что ли, как-то, я не знаю. Да они куда-то там приклеены, ведут куда-то. Ну, здесь какая-то дырка, я думаю, это может как-то было подключено. Давай да. Что-нибудь отрежем. Давай попробуем. Давай, сигнализация, это красный, по идее. Давай попробуем красный. Правда, он больше на оранжевый похож. Здесь это не взорвется. Ты смотри! Слушай, я убегаю. Как бы я оглохнуть от этого звука. Придумайте, придумайте, что ли, бежать куда-то. Что ли, вдруг они сюда реально кто-то решит зайти. Так, блин, уже сигнализация работает, они уже все убежали. Слышишь, уже никого не слышно. Ну, да. Здесь они там все убежали. Может, там в куртке что-то. Не знаю, надеюсь, нет. Ну, просто, типа, человек пришел. Да. Они могут у нас сказать, типа, ой, там пожары, все такое. Ходите. Ну, чтобы вообще не ушло ничего. Да, ну... Так, давай, нам надо превратить... Почему нас здесь закладывает? Типа последний урок, что ли? Нам надо превратить бобра обратно, ты понимаешь? Да, давай смешивать по порядку. А может, наоборот, вдруг он еще больше в картон его превратится? Давай, наоборот, смешаем, тогда он не станет таким. Давай. Ой. Так, H2O, вода. Так, что вот это вот? 2. Вот это вот. Так, я так понимаю, какие пропорции нужны здесь? Здесь какой-то шприц. Может, это типа граммы написаны? 2, 2, 4, 1, 4, 2. Мне кажется, это просто такое название. Литра. Мне кажется, такое название элементов каких-то.
какие-то сами выдумали или нет? Мне кажется, надо... Ну, короче, льем на все на глаз. Бобер, прости. Так немного. Не знаю, что это такое. На зубную пасту просто похоже. Обыкновенная зубная паста. А как это снять? Давай снимай. Я боюсь это трогать, вдруг это не паста. Давай. Потому что как бобер и просто из-за пасты может превратиться вот такой вот. Не знаю, шампунь какие-то особые. Знаешь, он как-то выглядит странно. Чистая линия. Очень опасный шампунь. Никогда его не покупайте. Это точно шампунь? Мне кажется, это не шампунь. Ну, как-то очень странно смешивается. Может, это не вода просто? Знаешь, мыется. Но у любого химиката все-таки. Часто у химикатов бывает, что они мылятся. Не знаю, может, надо до полного перемешать, до полного растворения? Я не знаю. Ребят, пока что подписывайтесь, ставьте лайки, пока мы вот это вот размешиваем. Это очень долго и очень рискованно. Мы можем вот такую штуку в монстра превратить вообще. А сигналка же отключилась. Чё, как она сама отключилась? Ты не знаю, поорала и отключилась. А, может, это специально для работников, чтобы их не спалили? Это же какая-то скрытая лаборатория. Ну, какие-то ненормальные блогеры могут залезть сюда. Ну, такие же, как мы. Я думаю, почти растворилась, поэтому уже можно набирать. Сколько нужно набирать? Я думаю, столько хватит. Давай, капай. Пока что ничего не происходит. Что происходит? Он убежал! Он в дверь убежал! Ребята! Какая это жесть! Ребята, какая-то жесть! Этот бобер убежал в дверь! Он ожил! Так, я не знаю, что теперь с этим раствором делать. Давай... Давай попробуем капнуть на маску, может, она станет картонной. Тоже. И она не будет уже действовать, или что? Нет. Ну, с картоном... Да, в рот может прям маски. Она будет... Может, она это... Мы можем ее сделать картонной, а потом сжечь. Ну, кстати, да. Потому что пластмасса будет плохо греть. Может, надо побольше намазку? Давай размажем. Блин, я рукой подхожу. Так странно. Как бы со мной ничего не происходит. Побью рука как-то. Так, надо быстрее натереть. Все, вроде все нормально, рука. Все, хоре. Стрёмно реально стало картонной. Реально картонной стало. По-моему, ничего не изменилось. Да она как картон стала. Теперь давай ее как-нибудь... В воде, может, ее нужно растопить. Нет, давай ее сожжем. Где? Там в блокноте, может, что-то написано, может, какие-то... Что-то там надо добавить еще, чтобы оно сожгло что-нибудь. Так, нужно подлить какую-то крокозябру вот в этот раствор. Следующая страница написана. И, типа, это будет как бы смесь для горения. Давай, ищи, что за крокозябру. Сейчас посмотрим, такой это влияет. Вот этот вот. Вот. И чего наливать? Сколько? Немного. Так, больше, чтобы хорошо сгорело. Все, все. Что? Как? Почему течет? Какой-то слишком текучий. Я не дожимаю, она сама оттуда лезет. Так ты переверни просто. И закрой крышку. Крышку закрой. Сок восстановления с маслом. А, как бы это все равно не наше, поэтому... Все, здесь уже никого нету, мне кажется, можно уже надеяться. Давай перемешивай. Перемешивай. Так. Чем? Давай вот так вот. А, блин, ты шприц, а как ты будешь капать? Нальем из банки. Блин, ты тут все зальешь. Давай на файлике. Вдруг там пол загорится. А давайте сожгем это и убежим отсюда. Эту лабораторию сожгем, чтобы она больше не существовала. Нет, ну знаешь, по идее, тут должна быть везде какая-нибудь кнопка самоуничтожения. Давай посмотрим, может где-то есть. Давай сначала вот это сожгем. Ну она же резко сработает. Сразу, без таймера. Поэтому ты... давай лучше будем... Может, как бы... с таймером. Давай просто сожгем. Это же картон. Он знаешь, как сразу будет гореть. Давай на файлике чуть-чуть на нее нальем. Давай.
И оно типа должно загореться. Так, давай сразу все собираем и бежим отсюда. Просто бежим. Она попала. Сгорела. Так, хорошо, давай идти. Это что за шаги? Давай быстрее уходим дальше. Мне кажется, это надо сжечь все здесь, все сжечь надо, нафиг. Или какую-нибудь бомбу. Это тоже выкидываем нам ненужные все. Кто-то ходит, слышишь, кто-то не ушел. Так а что ты гремишь? И что, так если мы сейчас подождем, то как бы нам ничего не сделает человек. Да просто взорвем здесь день. Давай следующая комната. Здесь 100% должна быть какая-нибудь, ну что-нибудь такое прям грандиозное. Это же все-таки лаборатория. Короче, давай дальше идти. Давай, мы оттуда шли. Ты забыла? Ага. Так, ребят, мы пришли в следующую комнату, она вообще полностью пустая, это очень странно. Соня уже задолбала тут везде находиться, тут очень душно стало из-за того, что все ушли, никто, наверное, не проветривает. Тут... В этой комнате именно особо как-то душно очень. Вот мы же находимся просто, нафига мы сидим на этом полу. Будет потом постирать одежду все. Как бы зачем мы за заброшки сидим на полу? Да не знаю, нормально. Какая-то бумажка. Почему здесь так низко, у меня вопрос? Не знаю, может быть. Вот, типа, мой рост. 150. Читай, это же что-то на твой подшип похоже. Взрыв? Нажми. Значит, нажать будет взрыв. Да. Наверное. Ладно. Короче, приготовишься варить? Давай, быстрее, быстрее. Влезай. Как оттуда вылезти? Возьми и вылези. Даже дверь не открыть. Так, ребят, нажимаю, бросаю. Ухожу. Влад, Фрося, Влад, со света, Влад, Фрося, Влад, со света, Влад, Фрося, Влад, со света. А вы ведь не забыли поставить лайк и подписаться.